этого учреждения, для того, чтобы сохранить его в таком виде, как сейчас существует, для того, чтобы оказывать стационарную помощь пациентам города Мелитополя и близлежащих районов, мы просим миллион, и этот миллион будет для питания, для лабораторных услуг и для организации работы круглосуточных постов в этом отделении, врачей в том числе. Вот. Но этот миллион им позволяет работать даже в таком же состоянии, как они сейчас, до не сокращая года. Да, не... Ну, до конца года. Давайте, да, скажем так, да, то есть мы принимаем сейчас программу. Финансирование этой программы будет в полном объеме, как бы необходимость его будет тогда, когда возникнет острая необходимость в областном центре на такую нашу финансовую поддержку. Программу мы принимаем, а объем финансирования он будет дополнительно согласован с того периода, когда это возникнет необходимость. На сегодняшний день, на вот июль месяц, в перспективе на август месяц, те ассигнования, которые государством направлены на поддержание этой отрасли медицинской, они пока достаточны для того, чтобы этот объект наш медицинский, он функционировал в полном объеме. Те опасения, что люди будут сокращены, то нет, они не сокращены, они продолжают работать. И впереди мы видим, что никаких предупредительных действий не было, не проводится. Соответственно, коллектив работает в том же составе, в котором он сегодня и есть. Но в случае, если вдруг будут какие-то острые необходимости в части того, что объем финансирование будет резко сокращен, или будут какие-то попытки на предупреждение трудового коллектива в части его сокращения, наша программа позволит профинансировать до конца года это подразделение медицинское в той сумме, которая есть. Максимально это миллион, мы считали, но это на полгода. Если это будет 3 месяца, 2 месяца, значит, эта сумма будет пропорционально выражена та, которая нужна. Примерно так.